Здравствуйте! Представляем вашему вниманию торцовочную пилу DWT-KGS-12190P. Она распилит деревянные заготовки по прямой или под различными углами. Мощность 1200 Вт. Число оборотов 5000 в минуту. Высота пропила 55 мм, ширина 295 мм. Функция горизонтального перемещения корпуса позволяет работать с такими широкими заготовками, как паркетные доски и декоративные панели. Для длинных заготовок можно воспользоваться удлинительными скобами. Поддержать рабочую поверхность в чистоте поможет патруба для отвода пыли и пылесборный мешок. Также в комплекте поставляется пильный диск, шестигранные и торцовочные ключи, струбцина и удлинительные скобы.